Получается, что каждый ехал на зеленый. Вдруг поняли водители автомобилей Toyota и Chevrolet, восстанавливая картину аварии сегодня утром на пересечении улиц Начальная и Советская. Если у последнего автомобиля повреждения минимальны, то у второго была разбита вся передняя часть. Мнение водителей выслушал Айрат Назипов. После оформления всех документов внедорожник Toyota покинул место происшествия своим ходом. Чего не скажешь о «Шевроле», получивший гораздо большие повреждения. Но несмотря на сильные удары, никто из водителей не пострадал. Оба, впрочем, заявили, что не нарушали правил дорожного движения. Водитель Toyota считал, что ехал еще на разрешающий сигнал светофора. На желтый. То есть вы считаете, что вы правы? Да. По предварительной версии, внедорожник двигался по улице Советской, тогда как с улицы Начальной наперерез ему выехала «Шевроле». Владелец легковушки также настаивает на своей правоте, заявляя, что ехал на зеленый. Более того, в этом споре у него есть доказательства. У меня свидетели есть. Я на зеленый свет выехал на перекресток. А свидетель только один у вас, да? Двое. По крайней мере, у одного из свидетелей есть видеорегистратор. При судебном разбирательстве ее видеозапись может сыграть решающую роль. Айрат Назипов, Адамил Ахметов, «Вызов 112».